Всем привет, вы находитесь на канале Совопал. Сегодня будет уже 7-й выпуск, посвященный Отакамагу. Отакатемпо-маг на поджигателях. Всю эту мету я играю только на одной колоде, на Отакамаге. Все, другими я не играю, потому что нету пыли, чтобы собрать нужную колоду, которую я бы еще хотел сыграть. Даже шамана не соберу. Ну, я не хочу, в принципе, шаманом играть. Я бы друида какую-нибудь классную колоду на Малигосе собрал бы. Вот бы я с большим удовольствием рубанул. В принципе, у меня есть еще колода на разбойнике. Кому интересно, можете написать в комментариях, чтобы я выпустил видео по разбойнику, в принципе. Буду выпускать и по разбойнику квест. Разбойник у меня еще собранная колода, могу ей сыграть, кому интересно. Эта колода, которую я играю в данном минте, актуальная. Главное, чтобы руки были прямые, тогда винрейт будет хорош. Кому интересно, винрейт у меня 50%. Вот он. Вот такая колода. Вот 27 побед, 27 поражений зафиксированных. Против меня играет непонятно какая колода, не знаю кто это. Возможно, Рено какой-нибудь. Рено пал. А нет, двух существ за один. Это не Рено. Ладно, поживем, увидим. Мне нужна одна ключевая карта, призыв стихии. Сейчас я набираю кучу маленьких заклинаний. Если мне повезет, то за один ход его раскидаю. В прошлом матче я, конечно, накосячил. У меня там ход был неправильный. Кому интересно, можете посмотреть, что я там сделал не так, как я накосячил, и что в итоге произошло. И вы поймете, как делать нельзя за эту колоду. Ссылки в описании, можете посмотреть. 6. Это этот сейчас Антонидас выйдет. Да. О, господи, Турисан. Я уж все карты путаю. Так. Ну, можно выставлять, в принципе, я думаю, поджигатель, ученица. Разыгрываем кучу маленьких заклинаний. И разламываем ему лицо. Сейчас генерируем еще кучу маленьких заклинаний. Так, хорошо. Так. Главное, чтобы у меня компьютер не лаганул в нужный момент, а то он любит подтормаживать. Неужели я его на 6-й ход сейчас разобью? Так, зеркальная копия, чародейские стрелы. Это 2, 3, 7 урона. Не хватает немного. Немного не хватает. Но он может отхилить, он может сейчас быстро отыграться. У него все карты на одну ману ниже подешевели. Так что я не знаю, вдруг он сейчас зачистит мне вообще здесь стол. Разыграет этот освещение. И еще одно заклинание, которое всем делают по одной жизни. Как называется, я уже не вспомню. Опа! Да ну! Все, чистит, да, походу? Да чтоб вас. Серьезно. Класс. Ну окей, поиграем. Блин, фигово, конечно, то, что он так быстро отыгрался. Можно Антонидаса сыграть, в принципе. И пусть он на него согреется. Если он его сейчас не убьет, то я еще могу огненный шар генерировать. Если успею, конечно. Мне ему... Да ладно, что, еще одно равенство, что ли? Да блин, да быть такого не может. Фига, он меня разматывает. Я уже думал, сейчас легкая победа будет. Ой, да ну, еще 3 нанесет. Ну ладно, в принципе, не страшно, жить будет. Мне сейчас надо побольше огненных шаров
До следующего хода неуязвим. Зашибись. Просто зашибись. Так, раз. Так, на него я не сгенерирую. Думаю, отраженная сущность. Еще огненный шар, еще огненный шар. В принципе, три огненных шарика есть. И это суммарно получит 18 урона. Если он, конечно, не отхилит себя, то мне повезет. Опа! По-моему, я догадываюсь, что сейчас будет. Сейчас будет куча морлоков. О, победа. Отлично. Ну, в общем, вот такая быстрая может быть победа за эту колоду, при условии, что тебе пришли все ключевые карты и что куча заклинаний. Ну, в общем, сами все видели. Вы можете подписываться на мой канал, обязательно ставьте лайки и пишите свое мнение по поводу этой колоды. В общем, всем удачи, хороших каток.